5 травня 1890 року Департамент зі справ початкових училищ Міністерства народної просвіти дав відповідь на клопотання попечителя Київського навчального округу Володимира Вільямінова Зернова. Попечитель клопотав про будівництво нового приміщення для Ставищанського двокласного сільського училища. 34 342 рублі і 93 копійки спрямували на будівництво училища з капіталу, який заповіла графиня Олександра Браниць. 31 липня 1894 року відбулася сходка за участі сільського старости Леонтія Насадюка. Від імені графа виступав управитель Румбович. Оскільки граф втрачає півдесятини землі, то селяни мають виділити йому стільки ж свого вигону. Але біля графового винокурного заводу. Розкішани відмовили графу. У 1885 році інспектор народних училищ Київської губернії повідомив своєму начальству, що власник містечка Ставище, граф Браницький, мав намір допомогти відкриттю державної двокласної школи на відсотки капіталу Олександри Браницької. 22 сього ж іюня я лично имел об'яснення з графом Владиславом Олександровичем Браницьким по делу относительно отвода земли под усадьбу, проектируемого к открытию в местечку Ставищах двухклассного сельского училища на счет процентов с капитала, завещанного графиней Александрой Браницкой. Причем граф изъявил желание пожертвовать под это училище усадьбу и находящийся при ней дом со службами около мельниц вблизи части местечка Ставищ, носящей название «Роскошной», и довольно значительной по населению. Усадьба эта и дом мною и архитектором осмотрены, и хотя находятся не в центре местечка, но, как по заявлению графа другого, лучшего места под училище он не имеет, то я полагал бы возможным открыть училище с настоящего года в жертвуемом графом доме. Попечитель Київського навчального округу, не покладаючись на інспектора, відрядив до Ставища одного з підлеглих чиновників для вивчення ситуації на місці. Чиновник доповів: «Вчера я був в Ставищах і виділся з графом Браницьким. Он вчера виїхав за границю і вернеться обратно із Берліна около 30 мая. Їдеть на свадьбу, кажеться, брата. По возвращению своєму он явиться з візитами к Сергею Платоновичу і я Івану Яковлевичу. Дом, который граф дарит училищу, весьма удовлетворителен. Кроме дома, имеется сарай под соломенной крышей. Дом окружен садом, сад фруктовый. При мне граф приглашал своего архитектора с планом приспособления дома и пристройки к нему. По предложению графа, в доме могут поместиться две квартиры учителей с отдельными входами в один класс. С таким предложением, кажется, можно согласиться». Граф предложил приспособить под ремесленный класс сарай. Я не советовал этого делать. Сарай слишком велик, лучше просто воспользоваться им как материалом для постройки. К дому граф предложил сделать пристройку кирпичную для второго класса, передней и комнаты для классных пособий. Ему, видимо, хочется пристроить что-нибудь покрасивее, включительно с вышкой для сторожа, откуда этот цербер мог бы наблюдать не только за мальчиками, но и за всей округой. Заключение суть.
Строительные работы, как видно, граф полагает всецело на капитал. Со своей стороны, выразил готовность уступить строительный материал по своим экономическим ценам, как то кирпич, дубовый лес. Сосновый лес придется привезти из Белой Церкви. Проект был реализован, и в роскошной у 1885 році з'явилася державна школа, котра була спільною для мешканців ставищ, розкішної та найближчої круги, і швидко стала тісною для охочих навчатися. Попечитель Київського навчального округу Вельямінов Зернов писав: 1 октября 1885 года открыто училище в местечке Ставищах, которая до постройки здания помещается частью в доме графа Броницкого, а частью в наемном здании. Несмотря на неудобство помещения, число учащихся в этом училище выросло настолько, что училищное начальство поставлено было в необходимость отказывать желающим в приеме за недостатком помещения. Вследствие этого владелец ставищанского имения граф Владислав Броницкий обратился ко мне с ходатайством о постройке для вышеозначенного училища двухэтажного каменного здания, причем изъявил готовность принять на себя и ближайший надзор за предстоящей постройкой. Принимая во внимание, что увеличение размеров здания вызывается действительной необходимостью, и находя, что было бы весьма желательно воспользоваться предложением графа Броницкого, я поручил окружному архитектору составить на постройку каменного двухэтажного здания смету, которая и составлена им в сумме 33 885 рублей 49 копеек. Сам же граф, повернувшись за кордону, написал попечителеві такого листа: «Милостивый государь граф Александр Алексеевич, мои частые и продолжительные отлучки из края лишили меня возможности ответить на письмо господина попечителя Киевского учебного округа, которым он меня почтил еще 31 мая прошлого года. Вполне сочувствуя устройству здания для Ставищанского двухклассного училища, я, к крайнему сожалению, и теперь не могу принять личного участия в трудах комиссии, учрежденной с этой целью. Мне снова предстоит поездка за границу, где я оставил больную жену мою. Вследствие этого, заступно за меня активное участие в заседаниях комиссии примет живущий в местечках Ставищах мой уполномоченный Степан Тибурцевич Ледоховский, которого я об этом уже просил. Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с которыми имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою, граф Владислав Броницкий». Местечко Ставище Таращанского уезда. Корреспондент Киевлянина. Закладка здания двухклассного училища с ремесленными отделениями состоялась с большой торжественностью 29 минувшего апреля. На сооружение здания отпущено 30 тысяч рублей из капиталов, завещанных в 1838 году графиней Александрой Броницкой, урожденной Энгельгард, племянницей светлейшего князя Потемкина Таврического, крестьянам бывших ее имений. Капиталы эти с высочайшего соизволения приняты крестьянскими обществами в 1872 году и подчинены ведению высшей администрации. Общая сумма вместе с наросшими на ее процентами простирается до 500 тысяч рублей. На эти деньги открыты крестьянские банки в бывших имениях жертвовательницы, устроено училище в Кожанке, здание которого обошлось в 7 тысяч рублей, а также содержатся приходские школы в бывших имениях графини Броницкой. На закладке двухклассного училища в Ставищах присутствовал попечитель учебного округа, тайный советник Вельяминов Зернов, представитель администрации крестьянских учреждений, действительный статский советник Троицкий, инспектор народных училищ Стороженко, чиновник особых поручений Извольский, окружной архитектор, военный инженер Чекмарев, уездный предводитель дворянства Репойто Дубяга,
председатель местного съезда мировых посредников Малама, мировые судьи Таращанского уезда, исправник, волостные старшины со старостами со всех бывших имений графини Броницких и более 5000 человек-крестьян, прибывших на это торжество из окрестных сел. Нынешний владелец имения граф Броницкий не присутствовал на торжестве этом, потому что находится в настоящее время в Алжире. Освящение места для училищного здания с молебствием совершено было соборне, прибывшими из бывших имений жертвовательницы священниками. При закладке здания присутствующие вложили на память серебряные монеты нынешнего царствования в фундамент постройки. Крестьяне поднесли хлеб-соль попечителю учебного округа, который указал на то благодеяние, какое дети их получат, когда будут учиться в учреждаемом учебном заведении, и что они должны благодарить Бога и Государя за оказанные им милости. Представитель от крестьянских учреждений, действительный статский советник Троицкий, указал, что правительство в постоянных заботах своих о благосостоянии крестьянского населения более 30 лет тому назад наделило крестьян землей и собственность по весьма невысокой оценке, не без содействия самих помещиков, которые поступились, конечно, и некоторыми своими интересами. Владельцы жестовищей Белой Церкви, как прежде, так и теперь, охотно всегда откликались на все желания правительства, клонящиеся к материальному благу крестьян. Но так как не о хлебе едином жив будет человек, то правительство заботится также о нравственном и умственном благосостоянии крестьянского населения, чтобы этим путем повысить самый труд, отдаваемый земле, и сделать его более производительным. На помощь этому труду придаются еще и профессиональные знания. Одним из участвующих в освящении места священников было выяснено значение того пожертвования, какое сделано крестьянским обществом бывшей помещицей графиней Броницкой. К отпущенным на постройку училищного здания 30 тысячам рублей еще имеет быть пожертвовано 5 тысяч рублей на постройку кузнечного и слесарного отделения. А граф Броницкий пожертвовал уже локомобиль для будущей слесарной мастерской. После молебствия всем присутствующим на торжестве предложено было угощение, во время которого провозглашены были тосты за государя-императора и государыню-императрицу. Акт. Октября 16 дня 1896 года мы, ниже подписавшиеся, на основании распоряжения господина попечителя Киевского учебного округа освидетельствовали оконченное постройкой каменное здание Ставищанского двухклассного сельского училища, причем оказалось, что здание возведено во всем согласно составленной и утвержденной строительным отделением Киевского губернского правления на сей предмет смете на сумму 34 342 рубля 93 копейки. Все работы по постройке произведены весьма правильно и прочно и из материалов отличного качества. Почему положили вышеозначенное училище принять введение казны и произвести расчеты, уплатив господину Румбовичу все деньги полностью? В местечке Ставище Таращанского уезда в имении графа Броницкого 16 октября совершено будет в присутствии попечителя Киевского учебного округа освящение нового здания для двухклассной министерской школы. Здание сооружено на капитал, пожертвованный прабабкой графа Броницкого графиней Александрой Броницкой на устройство народных училищ в ее имениях. Здание, сооруженное ныне в местечке Ставище, не только отвечает всем требованиям школьной гигиены, но положительно роскошно. Построено оно в два этажа, имеет множество комнат, а по фасаду напоминает средневековый замок с башнями и блестящими спицами. Находится оно в живописной местности на возвышении и потому царит над всеми окрестностями. Сооружение его обошлось свыше 35 тысяч рублей. До сих пор в Ставищенской министерской школе обучалось 300 учащихся. Теперь же
с переходом ее в новое здание, окажется возможным принять еще 150 учащихся, которые будут приняты после освящения школы, так как недостатков желающих поступить в школу не ощущается. Местное население, как нам сообщают, вообще очень сочувственно относится как к школе, так и к сооружению нового школьного здания. И это подтверждается, между прочим, тем, что местные крестьяне безвозмездно прирезали к школьной усадьбе значительный кусок общественной земли, оказавшийся необходимым при постройке нового здания. Местечко Ставище Киевской губернии. Корреспондент Киевлянина. Торжественное освящение здания двухклассного народного училища с ремесленными отделениями для учеников и учениц в местечке Ставище Таращанского уезда состоялось 16 октября. При торжестве этом присутствовали владелец имения, егермейстер двора его императорского величества граф Броницкий, попечитель учебного округа Вильяминов Зернов, представитель от крестьянских учреждений, член крестьянского присутствия Троицкий, окружной инспектор Извольский, местный инспектор Шпаков, окружной архитектор учебного ведомства Чекмарев и мировой посредник Горяинов. Освящение совершено было соборне местными благочинными и со священниками соседних приходов. Хор пел из местных учеников, которых в настоящее время более 300 человек. Здание было украшено флагами, а актовый зал, где совершалось молебствие, украшен был живыми цветами и зеленью. Училищное здание построено на возвышенности между местечком Ставище и селом Роскошное, как смежными между собой. Здание каменное, двухэтажное, с прекрасными залами для классов и мастерских, имеет массу света и воздуха. Постройка здания обошлась около 40 тысяч рублей. Вся классная мебель устроена согласно последним педагогическим требованиям. При освящении находились массы народа. По случаю освящения отцом благочинным была рассказана подобающая руга. Вильяминов Зернов указал на значение училища в его воспитательном отношении для народа. Представитель от крестьянских учреждений, член крестьянского присутствия Троицкий, своей речью указал на те заботы, какие фамилия графов Броницких оказывала и продолжает оказывать по традициям важные услуги местному населению крестьян, заботясь о наделе их землей в должном количестве и о их умственном и нравственном развитии. В здании училища всем гостям предложен был завтрак, за которым провозглашены были тосты за государя-императора, за министра народного просвещения, высшую администрацию края и губернии, за попечителя учебного округа, графа Броницкого и других высокопоставленных лиц. Всем гостям были поднесены букеты цветов с шитыми полотенцами и чернильные приборы, резанные из орехового дерева учениками школы. Школа, споруджена на гроші давно померлої графині Олександри Бронецької, ще й зараз виконує своє призначення.